сегодня рассказать вам, как пользоваться тренажером баланса, чтобы прогрессировать серфинг. Для начала вам нужно научиться стоять на тренажере. Для этого нужно сделать так, чтобы тело всегда находилось над валиком. Вы можете перемещать ваши ноги влево или вправо в любую сторону. Главное, чтобы ваш корпус от таза до головы находился над валиком. Когда вы научились стоять на тренажере, вам нужно научиться стоять на нем в серфовой стойке. Для этого вы уже должны знать, какой ногой вперед вы катаетесь, левой или правой. Встаете на тренажер в свою стойку, держите правильно бедра, плечи, не разворачивайте вдоль доски, а держите поперек. Коленки ваши согнуты, и все тело смотрит вперед в сторону движения. Когда вы научитесь стоять, постарайтесь сделать так, чтобы ваш вес находился на передней ноге. Можете смещать его иногда на заднюю, но в основной упор должен быть именно на передней ноге. Это очень важно для серфинга. Когда вы научились стоять в своей стойке хорошо, можете долго держать вес на передней ноге и уже достаточно комфортно себя чувствуете, можете переходить к следующему этапу, самому сложному упражнению – приседанию на балансборде. Будьте внимательны и следите за тем, в каком положении находится ваша задняя нога. Она должна не стоять полностью на доске, а находиться на ней под углом, для того, чтобы вы могли беспрепятственно прижимать коленку к доске. Упражнение считается хорошо выполненным, если вы можете присесть, положить коленку на доску и встать обратно, и при этом не коснувшись доской пола. То есть ваша доска должна лежать только на валике. Все упражнения нужно повторять регулярно и не останавливаться тогда, когда у вас получился один раз. Вы должны повторять их 10 минут, 15, 20 каждый день, непрерывно стоять, приседать, и тогда это вам поможет отработать стойку, отработать движение по волне. Именно в этом основная польза от тренажера. Научившись и регулярно выполняя упражнения, вы не только улучшите свой баланс, но а также научитесь основным навыкам, которые необходимы в серфинге, таким как стойка, приседание, движение по волне. Именно благодаря этим навыкам ваш серфинг будет прогрессировать.